Всем добрый вечер. Я иду по вечернему Пхукету. Сейчас времени 9:30 вечера, но уже такая темень, как будто уже вообще ночь. Иду я, так сказать, вдоль гор. Как раз в сторону Бангла Роуд. Короче, я на Бангла Роуд. Такой рассадник вообще разврата. Тут предлагают все подряд. Можно кокаин, там, траву взять. На шоу всякие приглашают. Всякие девчонки стоят. Вообще полный трэш, улица кто кого переорет, перемигает, переморгает. Все это происходит именно здесь, Пхукет, Бангла Роуд. Опять что-то предлагают, вообще прям движуха. Дорожное движение тут не как в России, поэтому, переходя дорогу, надо смотреть нифига не налево, надо смотреть вот туда, направо. На самом деле, очень грандиозная проблема с мусорками, потому что их, в принципе, нет. Вот я уже несу пустую бутылку метров 300, и вариант куда-то выбросить вообще отсутствует. Вечерняя прогулочка с кокосиком. Всем привет. И очередное хард-рок-кафе, на этот раз в Таиланде, в Пхукете.